Ни для кого не секрет, что 2017 год объявлен годом экологии. В связи с этим санитарному состоянию всего района уделяется еще большее внимание. Не исключение и Кашихабльское сельское поселение. 9 марта силами работников администрации местного поселения приводилась в порядок аллея, прилегающая к трассе северного объезда аула Кашихабль. Об этом нам рассказал заместитель главы Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. В основном плане мероприятий администрации муниципального образования Кашихабльский район сегодня в четверг проводится мероприятие по расчистке лесополос Кашихабльского сельского поселения. Данное мероприятие тоже приурочено к году экологии, объявленной в России в 2017 году. Эти мероприятия будут проводиться на регулярной основе по всем лесополосам, которые находятся на территории муниципального образования Кашихабльского сельского поселения. В этот день были произведены следующие виды работ. Во-первых, сбор мусора, далее вырубка сухих деревьев и молодой поросли. Объем выполненных работ всего составил 100 метров лесополоса.